Тот самый благотворительный груз для медиков, о котором говорил Алексей Текслер, прибыл на Урал. Первый самолет приземлился в Екатеринбурге. Спецборт из Китая доставил медицинские маски, перчатки, защитные костюмы и очки. Дефицитные товары для Свердловской и Челябинской областей закупила русская медная компания. Это первый самолет с гуманитарным грузом из 4. Остальные прилетят на Урал в течение этой недели. Они доставят в общей сумме более 10 миллионов изделий. Не только маски и перчатки, но также антисептики и бесконтактные термометры. Они поступят в больницы, а также в полицию и МЧС. Конечно, это первоочередную ценность эти товары представляют, и мы надеемся, что они самым оперативным образом будут доставлены в медицинские учреждения и широкой общественности будут более доступны. Необходимые средства для врачей закупила русская медная компания. На это председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин лично направил 5 миллионов долларов. В распределении груза нам будут помогать органы исполнительной власти Свердловской и Челябинской областей. В данном случае фонд берет на себя функцию контроля. Будет объявлена о горячей линии в фонде Святой Екатерины, на которую могут позвонить те медицинские работники, врачи, медсестры, которым не досталось масок. В подготовительной работе для приема груза участвовали губернаторы Алексей Текслер и Евгений Куйвашев. Вклад внес и полпред президента Николай Цуканов. По его обращению федеральное правительство приняло отдельное постановление, которое упростило ввоз гуманитарной помощи из-за границы.